Привет, меня зовут Александр Боковец. Мы находимся в горнолыжном комплексе «Солнечная долина». Сегодня 21 января, и мы будем отмечать День снега. У нас абсолютно неформатное мероприятие. 21 числа это пре-пати Дня международного снега. Вот, поэтому у нас день продолжается ночью. Ну, я бы хотел, конечно, сделать дизастер липслайд. Конечно, побольше стабильных попыточек. Вадик Романцов, самый молодой участник этой группы. Вадик Романцов. Антон Тихонов, Россия. Но буду надеяться, что дойду и до такого же уровня. Эти рейлы поставили только вчера, мы не успели привыкнуть. По крайней мере, белорусы. Я не знаю, как с других стран ребята катались на таких или нет. Ну, нам сложно как. С вами был Ideas Live.